В Музее истории Великой Отечественной войны сегодня открыли временную экспозицию «Афганистан. Эхо огненных гор». В ней собрали полсотни фотографий и более 80 экспонатов. Письма, одежда и личные вещи солдат, погибших в боях. Он великий, даже 19, вы представляете? Он такой молодой. И очень там он похудел, он все время писал, мама, не волнуйся, я здоров как бы. Мы стареем, а те, которые в этой экспозиции погибшие, они остались теми молодыми мальчишками, состоявшимися офицерами. Сегодня многие понимают, что это было действительно, не на словах, а на деле, первая антитеррористическая операция. Бои в Афганистане шли почти 10 лет. Воевали 30 тысяч белорусских солдат. 771 из них не вернулся домой. 15 февраля, когда последняя колонна пересекла границу, воины-интернационалисты по традиции собираются вместе.